Kurš un ar oģiš. Vēlūt sadvīcas. Un da, būs komentāriši maitlaši video būs. Uda oģiš uvī būs. Nič, dokā, dešīdēcā. Sakar jau man. Вот мы сегодня, друзья, вышли на очередной коп. Вот мой друг идет. Он что-то нашел там, походу. Сейчас посмотрим, что... Вообще ничего нет, что ли? Жалко, конечно. О, опять прозвенело. А это что за батут там лежит? В рамках проекта «Достань золото» было снято видео. Так, что-то у нас зазвенело. Специалист говорит, что это монета. Или гильза. Или гильза, короче. Сейчас посмотрим, что скрывают в себе недры нашей планеты. Да, пошел коп. Ну-ка, достань свою морковку. Оно здесь. Оно здесь. Не обломись. Пока не нашли. Пока. А, металл. Что за металл? А в том-то и вопрос. А ну, что-то здесь. Зрение. Монета уже, это не точно не монета. Если есть, то слишком маленькое что-то. Даже не маленькое. Даже не. А, дробь. Прикинь. Прикинь. Такую что панику, мы нашли? Такую панику поднять. Такую яму вырыть. Да. Чтобы оттуда дробь достать. Да. Едем дальше? Едем дальше. Куда? Сворачиваем. Ассаламу алейкум. Друзья, приветствую вас на своем канале. У меня сегодня очередной коп. Только вот выехал с дому. Проезжал. Тут у нас аркада проходит, трасса. Увидел, что собирают свой урожай. Покос был. Не знаю, что за трава у них и росла. Рапс, наверное, не знаю. Точно не скажу. Подъехал к ним. Вот они еще продолжают он косить. Трактора идут. Спросить, можно ли покопать. Ну, молодые люди были, парни, так. По 20-25 лет. Пожалуйста, работайте. Ну вот, начинаем на вот этом вот поле. Поле очень большое. И будем смотреть. Да, друзья, у меня был сигнальчик. И вот он у меня монетка. Монетка убитая. Вот. Убитая. Продолжаем. Это хороший. Друзья, хотел копнуть здесь, но у меня
монетка, она уже наверху лежит. Думаю, монетка. Алюминиевая, скорее всего. Лежала наверху. Покоцанная. Убитая. Вот такая штучка. Так. И покажу я вам ее после чистки. Сейчас тут без понтов хочу показывать. Что-то написано, видно, но неразборчиво. Вот. Едем дальше, ищем. Друзья, был сигнальчик, новая находочка. Сейчас будем смотреть, что у меня выпало. Опа, колечко. Колечко, колечко. Интересное. Так, интересно, это скорее всего серебро, конечно. Если в таком сохране. И я думаю, знак-то немецкий или нет. Или какого-то нарика. Вот конопля, да, лист конопли. Вот такое колечко интересное. Серебро, я думаю, уверен. Не алюминий же. Интересный коп сегодня у меня получился. Едем дальше. Смотрим, что у нас на поле еще осталось. Друзья, новый сигнальчик. Вот он наперсточек, по-моему, такой был когда-то. А есть что-то такое, он длинный был, не знаю, что-то длинный какой-то, и какой-то нереальный. Если сейчас его попробует почистить, он сразу валится на мелкие кусочки, потому что металл уже весь убитый. Вот. Фу, устал я. После колечка ничего не могу найти, ни монет, ничего. А поле большое. Одному и не осилить. Вот, жарко. Кстати, у хозяина вот еще одно поле, он виднеется. И туда перескочу. Короче, на этот месяц работа есть. А если главное, они не спашут. Возможно, не спашут, вот. Буквально на эти дни. Потому что у них поле не простаивает. Ну что, едем дальше, смотрим. Так, вечер наступает и обещает нам тишину. А у меня находочка. Снова наперсточек. Маленький вот такой. Не серебро. К сожалению. Вот, монет больше нету на этом поле. Завтра снова приеду. Буду копать. А на этом на сегодня, думаю, все. Я видео соединю. И вместе так запущу. Окей, едем дальше. Так. Показываю, где он, куда забрел. Заносит. О, зиконно. Ханюха, Саратос, Ярсан, Олаха, ой, мечлест.